Ну, уже становится легче, потому что как бы форму набираю в любом случае. С каждой игрой, с каждой тренировкой все легче и легче, так наберу форму. Я думаю, что в ближайшее время. Как так получилось дважды головой? Не знаю, это случайность, наверное. Очень редко так бывает. Это футбол, такое случается. Просто надо выходить с первых минут сконцентрированными. Потому что в первом тайме, я считаю, мы играли лучше соперника. Вот, не давали им ничего сделать. Поэтому и вели 1-0. Вот, во втором тайме вышли, немного не сконцентрированные были. И 1-2 одинаково, в принципе, гола пропустили. Надеюсь, что ребята исправятся, потому что тренера подсказывают, правильные советы дают, им надо просто прислушиваться к ним и все.